период с 23 по 29 октября украинские силовики 19 раз нарушили режим прекращения огня. Огонь велся из запрещенных минскими договоренностями 152-миллиметровыми самоходных артиллерийских установок 2С1 «Гвоздика», БМП, 120 и 82-миллиметров минометов, противотанковых автоматических гранатометов и стрелкового оружия. При этом по территории республики было выпущено 124 снаряда и мин. 23 октября в результате обстрела со стороны ВСУ села Раевка из противотанково-ракетного комплекса получил тяжелые ранения, сильные ожоги мирный житель 1958 года рождения. А 29 октября в результате обстрела Первомайска из 120-миллиметрового миномета повреждения получили 3 домостроения. Вместе с тем обстрелом со стороны украинских силовиков чаще всего подвергались позиции подразделений народной милиции в районах населенных пунктов Раевка, Веселая гора, Обозная, Мартьевка, Ирмина, Калиново, Калиновка, Первомайск, Красный Яр, Веселогоровка и в окрестностях памятника князю Игорю у станицы Луганской.